Я рада вам представити наших ранкових шанованих гостей. Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та нашого гостя із Листви, із міста Анікщай, режисера Йониса Базиляускаса. Вітаємо вас! Доброе Вітаю утро! Вас, доброе утро! Артем, хочеться в першу чергу проанонсувати нашим глядачам про відкриття малої сцени у вашому театрі. Ну, хотелось бы, конечно, порадовать, что с приходом весны наш театр будет радовать зрителя не только базовыми спектаклями, но и премьерами. И основная задача – это премьера открытия в Международный день театра 27 марта. Состоится открытие малой сцены, долгожданной, которая у нас будет находиться в театре, для малого количества зрителей и для такого творческого роста для наших артистов. И будет показан спектакль по мрожику «Эмигранты». И мы решили пригласить Йонаса для постановки. Он выступает режиссером постановщиком этого произведения, и я думаю, что в городе это будет тоже такое определенного рода событие. Я хотел бы передать слово, наверное, Йонасу, он более подробно расскажет. Я хочу перейти на комфортный для вас язык и задать вам вопрос по поводу вашей работы с Николаевским академическим театром. Возможно, что вас удивило, что вам понравилось, какое настроение перед началом работы? Ну, настроение рабочее, потому что немножко время мало, потому что я не могу быть до марта здесь. У меня работа там есть в Литве, но мы здесь работаем одну неделю практически с актерами и очень интенсивно работаем целый день. Ускоренными темпами. Да, по 2-3 репетиции в день. И потом я их оставляю одних с помощником режиссера работать и приезжаю только неделя до премьеры. Так вот, сейчас очень интенсивная рабочая напряженность. А насколько это рискованно, то, что большую часть подготовки они будут работать без вас? Нет, они будут работать со мной. Мы все сделаем, что им надо только вот потом освоить, и текст выучить, и потом я, когда приеду, мы это все опять там зажмем, уберем, что надо, улажим уже. Они не будут работать без меня, все я буду контролировать. Расскажите нам, пожалуйста, о самом спектакле. Что готовить, возможно, какие-то секреты? Ну, какие тут секреты? Это Мрожек, автор польский. Пьеса написана давно, в 1972 году. «Эмигранты» называется, но она очень актуальна в эти времена вот таким странам, как наша, как ваша. Потому что миграция, я так знаю, у вас тоже увеличивается. У нас она уже давно большая миграция и актуальность этой пьесы. А там это не про глобальную вещь, там про людей. Два человека живут этой эмиграции, как они там существуют, для чего, как они там себя чувствуют, про это и спектакль. На какую аудиторию более ориентирован спектакль? На взрослую, любую аудиторию. Это не думаю, что это различает там, ну, детям. Не думаю, что это будет очень интересно, но... А вот как насчет подростков? Им тоже, наверное, будет актуально. Я думаю, что это прежде всего будет актуально для нашей молодежи николаевской, которая действительно вот видит определенные картинки, видит перспективы развития, патриотизм своей страны, патриотизм работы, и как людям и зрелого возраста, которые осознают человеческий фактор, взаимодействие в спектакле между людьми, насколько человек меняется, насколько может поменять обстоятельства или сложившиеся перипетии, в которые они складываются. Я думаю, что это для широкого зрителя, но хочу сказать и предупредить наших николаевского зрителя, что у нас билеты очень быстро раскупаются, а это малая сцена, здесь очень малая вместимость. Нужно об этом подумать заранее. Заранее, да, и вот сейчас мы анонсируем, уже билеты есть в кассе, можно приобрести билеты, буквально 60 мест у нас будет для малой сцены, и есть возможность приобрести билетики на спектакль. Для вашего театра это первый раз такое сотрудничество с иностранным режиссером в дистанционном, или уже такой опыт был? Ну, смотрите, как многое впервые происходит, и заявленная малая сцена будет открываться событием вот совместного проекта. Я думаю, что у нас будет ряд определенных проектов международного уровня. И это впервые, я думаю, в нашем театре, в стенах театра, когда происходит такой международный проект. С Йонасом мы встречались на международной летней театральной школе. Наши жители города видели проекты, постановки, творческие спектакли. И мы в планах и на фестивалях в этом году тоже пригласить коллектив Йонаса и последующие тоже творческие проекты. Это будет такой
конгломерат, тандем, объединение театрального движения на странах Евросоюза. Для вашего театра аншлаги – это уже, можно сказать, дело привычное. На открытие малой сцены тоже ожидаете ажиотаж? Я думаю, что да, потому что у нас, вот мы даже заявлены 27-28 марта, уже идут заказы, больше апрель месяц будет посвящен малой сцене работы. Но помимо этого у нас в планах на День театра 29-30 будет премьера спектакля «12-я ночь» по Шекспиру. Это большое полотно будет на основной сценической площадке, это тоже интересное решение. Режиссер приглашен из Харькова. Наталья Терновая, и она действительно интересная подача будет нового проекта. Ну и полюбившиеся премьеры в этом сезоне будут тоже представлены в марте. Но хотелось бы отметить, что мы решили сделать такую театральную весну. И в марте, помимо приезжая антрепризы, театр «Черный квадрат», театр «Сучастный» приезжает к нам на сцене, будут показывать свои спектакли, мы решили сделать обменные гастроли. К нам приезжает в марте месяц Днепропетровский украинский музыкально-драматический театр, привезет и для детей, и для взрослых 4 спектакля. И Херсонский академический театр Кулеша. Они приезжают к нам на спектакли, и мы выезжаем на обменные гастроли в Херсон. Идет расширение границ, идет расширение театрального восприятия. И мы представляем для нашего николаевского зрителя большой спектр, палитру вот тех спектаклей, которые они считают для себя, для души. Потому что, ну, проведя вечер в театре, ты получаешь заряд позитивных эмоций на долгие годы. Очень активная жизнь будет у вашего коллектива. Уже настроены на такой, можно сказать, даже марафон его можно назвать. Абсолютно верно. Сейчас вот зима, январь-февраль, это такой промежуток постановочных проектов, запуск новых. Вот буквально совсем недавно на той неделе у нас состоялся творческий экспертный совет для утверждения новых проектов, которые идут до завершения основного театрального сезона. Это намечено 4 премьерных спектакля, открытие малой сцены, проведение фестивалей. Ну и самое основное, что мы будем продолжать работу над летней экспериментальной площадкой. Ну и театр вот движется в процессе развития. Юнес, хотелось бы узнать от вас ваше впечатление от нашего города. Несмотря на то, что он у нас не заснеженный, но и, как мы уже слышали, это у вас не первое знакомство, но все равно, возможно, есть какие-то мысли, что-то хотели бы пожелать николаевцам? Ну, николаевцам я хочу пожелать, что не ходили в театр. И это и хочу пожелать, что не только в этот театр, вообще в театр ходили, что покупали билеты. И это театр, конечно, обязательно. А то я прожил в Николаеве тут вот это время несколько дней, и я прожил весь год. Приехал осенью, потом была зима, потом пришла весна. Это же можно назвать николаевцем. Да, уже я как будто давно. А так я был летом 2 раза тут, прошлым летом и запрошлым, мне понравилось. Конечно, город хороший, люди хорошие, все прекрасно, да. Вот я хотел еще добавить про малую сцену чуть-чуть, потому что это очень особенность большая. Люди, привыкшие смотреть спектакли далеко, там где-то актеры там громко должны говорить, они видят большие зрелища, а здесь уже интимная обстановка, люди должны общаться друг с другом, зритель с актером. Вот они, не надо кричать, можно шептать. Вот это такая, думаю, будет новость немножко для зрителя николаевского. Ну, это не только один мой спектакль, потом эти спектакли пойдут, я понимаю, в малой сцене. Так вот, я желаю, что малая сцена была, прижилась в этом театре, людям нравилось, и они почувствовали что-то еще больше про этот, про театр. Вообще почувствовали, что театр – это такой вот разговор интимный, может быть. Если это новинка для зрителя, то для коллектива это тоже является сейчас новинкой, перейти в такой формат работы? Абсолютно верно. Ну, это определенная школа испытаний, проверки актера на профессиональные качества, мастерство, потому что, поверьте, одно дело, Йонас абсолютно верно заметил, что одно дело работать на большой площадке с посылом подачи в зрительный зал, то здесь идет близкий контакт с глазами зрителя, и любая фальшь или любая наигранность будет видна, и зритель это воспримет. Поэтому актер не может врать. Да, и поэтому здесь будет действительно вот проверка актера на профессиональные качества, на определенные особенности восприятия подачи в зрительный зал. Спасибо сегодня за то, что пришли к нам в студию, поделились информацией, и напоследок, хочется, чтобы вы проанонсировали и пригласили наших телезрителей к себе в театр на выступление. Уважаемые николаевские зрители, Николаевский академический художественный русский драматический театр всегда рад видеть вас на наших спектаклях, и мы будем рады видеть на открытии нашей малой сцены спектаклем по Мрожику «Эмигранты» 27 марта в 19:00. Спасибо вам большое, а мы, дорогие телеглядачи, рухаемся далее.